Последнее маленькое уточнение. Сколько времени вы готовы ждать извинений от директоров телекомпании, прежде чем обратитесь в суд? Я хочу, я думаю, как вам ответить правильно, да? Я хочу дождаться, когда пройдет комитет Верховной Рады. Надеюсь на то, что господин Андрей Шевченко проявит, как он любит выражаться, лидерские качества, да, и возможно приехать сюда, когда мы еще раз, уверен, что встретимся, как говорят журналисты, за круглым столом, подойдем. Сроки у нас достаточно большие. Надеюсь на то, что хватит мужества, наконец-то, да, у этих людей, любящих свою профессию, извините, это будет тоже достижение для Харькова с точки зрения свободы и заслуга. Достижение. Если нет, мы им поможем. То есть подскажем, как это делается. Во всяком случае, я уверен, что таких прецедентов достаточно. Читать решение сессии. Итак, вопрос, это вы сказали, что вот я, ну, можно воспользоваться правом и задать вот хозяйственный вопрос еще раз по большим грузам транспорта. Я поняла, что его уже запретили. Да, были ли проведены какие-то экспертизы, которые как-то влияют на дороги? Или, может быть, какие-то цифры? Ну, вот что-нибудь конкретное об этом можно? Сегодня строится в области специальные стоянки. Не устанавливаются специальные листы. Я готов к любой помощи, которая поможет для, в первую очередь, людей, которые зарабатывают себе на жизнь, работая на разных телеканалах, вне зависимости от того, кто стоит. Готов сесть за один стол и в меру своих полномочий и возможностей, да? Или подсказать, или помочь, как выйти из тех дебри, которые вас завели споры и ссоры ваших собственников. Я подчеркиваю еще раз, собственников. Фамилии этих собственников вы все знаете, потому что вы у них работаете. И уверен в том, что разделяя вещание и доставку сигнала, вы, если все проанализируете, потому что вы технически грамотные люди, вы поймете, что главное для вас, это чтобы вы не ошиблись,
следующих своих шагов. Потому что я не собираюсь помогать вам обливать меня грязью. Я собираюсь помогать вам только в одном, чтобы вы были защищены с точки зрения, как сказал журналист, права на труд. И в этом отношении я готов вам помогать. Все остальное не моя компетенция. Это споры, сегодня они находятся в судах, и те, которые подал АТН, и те, которые между собственниками сегодня в судах идут, суды, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что когда есть порядок, этот порядок есть во всем. Если есть беспорядок, я вам привел примеры, и в мелочах лжи, и в тех системных ошибках, когда были неправильно приняты решения, и так далее, и так далее, и так далее. И не забывайте о том, что когда вы работали на улице Петровского, там была ваша штаб-квартира, у вас там, насколько мне помнится, потому что имел к этому отношение, были все документы. С ваших переездов, насколько мне понятно, ваши собственники не удосужились сделать новый пакет документов, что является сегодня для вас последствиями вот этих вот событий, о которых вы говорите. И не надо никогда искать виновных. Разберитесь сначала в себе и у себя посмотрите, в чем есть ошибка. Вы имели сегодня полное право задать мне любой вопрос. И, по сути, вы мне его не задали. Вы мне задали вопрос около и взагалі без имен, а название фирм, которые тысячи здесь в городе Харькове. Это не моя компетенция. Желаю вам, чтобы вы всегда и во всем руководствовались не просто голословными обвинениями, а объективными фактами. Фактами, которые подтверждены или документами, или событиями. Научитесь, пожалуйста, уважать друг друга, не только себя, журналистского брата, а и тех людей, как вы говорите, для которых вы работаете. Спасибо вам за ваше терпение. Готов вам, как бы, прийти по вашему приглашению в любую передачу и программу. Спасибо. Да, Лиза, большая тема. А когда?